Ебать, это Люси снова загружается. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Олег. Вы на канале Learn to Play. Сегодня мы играем в Фасмофобию с моими корешами. С такими вот корешами, блядь. Скажи что-нибудь. Что тебе, блядь, сказать, нахуй? Скажи, что это Люси долго загружается, блядь. Так, блядь. Неужели ты не неужели я? Так, что у нас? Определите призрак, сфотографировать, блядь, в воду в раковине, блядь. Ты на «вы» говори, обезьян. Подожгите благовоние в месте обитания призрака, станьте свидетелем паранормального явления. Ну чё? Надо брать. Благовоние, блядь. Зажигалочку. Первый, я второй. Фонарик, как слышно, надо. Меня нормально? Да, нормально. Да. Отлично. Чё ещё взять-то, блядь? Призрака зовут Карен Джексон, ебать. Карен Джексон. Кто что взял? Чего? Термометр, тетрадка. Так, надо будет, чтобы камеру взяли. Нормальных нету этих фонариков усиленных? Они внизу лежат. Есть. Они же есть. Там же призрак наедине отвечает, да? О, вода. Грязная? Нет. А теперь выключилась сама. Опять. Да это раз я включаю, придурок. Слышу. Hello. Свет не забывайте включать. You here? Блять, я лошара, сука, случайно благовоние поджег, блять. Короче, благовоние сейчас можно поджигать без зажигалки, не понимаю. Почему? Да. Ну не знаю. Говно у тебя микрофон. Может, просто ты говно, ебать? Да не можешь меня тихо слышно быть, блядь. Настройка, посмотрите его процентаж. Ну я вода поняла, грязная. На второй сутки. Сейчас возьму. Идите на фото. Так, 9 градусов есть. Короче, на второй этаж, походу. На втором этаже вода грязная? Ну, температура и грязная вода. Карен, show yourself. Где? Ну, в конец коридора иди. Так, я, короче, за ЭДСом пошел. Окей. Воду сфоткал. У меня сейчас баг был просто, я 3 секунды стоял. Намаз. Как будто завис. Вы чё, где? ЭДС датчик молчит вообще. Что очень странно, кстати. Но он может и не реагировать. Так, воду сфоткали, да, вы? Да, воду я сфоткал. Тут доска спиритическая. А вот тащи ее наверх. Не, подожди, сейчас на себе воды. Hello.
Хочешь с ней тут попиздеть? Where are you? Да, проверь. Работает, не работает. Рядом на вы можешь нажимать, я говорю, нормально. Я знаю. You can speak? You die? Hello, you die? Нет, блядь, она живая, но. Where are you? Show yourself. Ты этот звук слышал? Да нет, не слышал ничего. Скрип какой-то был здесь. Ну, скрипы они тут часто явление, блядь. Тихо. А что, где-то еще она включилась? Не знаю. Не знаю, брат. А, нет, это та же комната. Давай, смотрим, что ли ты найдем. Мёртвый молчит. Надо улики поискать, бабок подзаработать. Опа, 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 опа. Я тоже слышал скрип. Че такое? Свет мигал. Ты скрип слышал, Олег? Да, я этот скрип постоянно слышу. Не, наверх. В туалете уже 4 градуса. В толчке? Да. В каком толчке? Где вы доску нашли тащить сюда? Да. Внизу она там была. Ты на первом этаже или на втором нет? На втором. Это где, вода красная? Ну, черная. Да, да. Датчик ЭДС вроде там срабатывал, далее. Вот сюда. Там, у кого сфоткайте, Кость? У кого фотик? У меня фотик, так где Кость? Так её поднять. Не надо, не поднимай. Не, тебе нужно просто сфоткать, не надо сфоткать ее просто. А где потом вы? Поднять. Ну, у кого фотик? Все, погнали, красавчик. На кого ЭДС молчит-то обычно? Да на многих он молчит. Блядь, ты слышал? Внимание, активность есть. Олег. А вы камеры поставили хоть, нет? Я две поставил. В туалете напротив. Еще есть что-нибудь? Там аура какие-то. Сейчас гляну. Хули съебались-то? Короче, этот ЭДС бесполезен, нахуй. Я весь дом обошел, нахуй. Ничего не было, блядь. Ну, бывает, он не реагирует. Из-за... Так, а что по рассудку у нас? Призрака. Уху, о. Рассудок 40%. Рассудок быстро падает, кстати. Да, а кто у нас рассудок гнобит? Там этот, кто он? Юрей? Насколько я помню, еще кто-то. Ну чё, погнали за тоской Уиджи? Он не отвечает на тоски Уиджи. Ты же такой прям профессионал, да? Не сэмпин. Возможно, Юрей. Благовоние притащите. Олег, благовоние возьми. Взял, 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 взял. Я взял зажигалку с благовонием, фотик оставил на месте. Окей. Ну как вам, ребятки, очень опасно, да? Вам не обосраться, блядь. Вы где? В ванне на втором этаже. Че, в ванне будем распылять благовоние? Да, ну там надо.
прыжок. Сейчас за хотиком еще одним сбегаю. Давай, я в коридоре оставлю жену. Притащите доску. А, ты же сказал, он не отвечает. Блин, мне кажется, это застенчивый призрак, который... Типа тень, что ли? Ну там же написано, что он веселый. Одному отвечает. Так, благовоние завершилось. Нам надо, кстати, осталось свидетелем паранормального явления. Базарь сняли. Карен Джексон. Ну, в толкане надо ее призывать. Сколько у меня рассудка? 36. Иди, успокоительно. Успокоительно возьму и пойдем наверх, короче. Ники, тоже кавани сразу. Да, захавал. Все, пошлите. Я раз 5 на всякий случай взял еще. Блин, вот опять. Давай. Вроде ЕДС не работает и температура ниже нуля не показывает. Ну, скорее я всего, думаю, тень. Что это все-таки тень. Опа-на. Если начнется движуха, знаете, да, что вам надо прыгать в этот шкаф? Да, знаю. А типа в шкафу не сожрут тебя? Нет, нет. Нет. Ну чё, кто остается? Так, а где рация, где рация, где рация? Не, я где-то сейчас видел только что. У лестницы. Этот, блядь, уже закрылся, я хуеть. Где пищит, слышишь? Ты с... А, это, блядь, блин, дорогой. Карен Джексон. Чё за Карен Джексон. Карен Джексон. У нас звук какой-то пищит, блядь, вы слышите? Карен Джексон, you hear me? Сука, вот он, блядь. Вот он здесь, этот Карен Джексон, блядь. Чё, ты его видел? Так-то это долбой по шкафу призывает, конечно, блядь. А мы с тобой тут страдаем. Ты слышал? Да хватит рычать, блядь, да этот долбой... О! Он ответил мне! Спрашивай, спрашивай. Где вы есть-то? Where are you? You friendly? Приготовьте камеру, я сейчас его вызову, короче. О, он ответил. Кого камера где? Ну вот я фотик скинул, возьми фотик мой быстрее. Show yourself, please. Карен, show yourself. В смысле no, блядь. You angry? Блядь, он здесь. Где? Блядь. You friendly? You friendly? Ники, ты где? Да я на камере сижу. Сука. I'm scary, Карен, I'm scary. Ты его сейчас сагришь, блядь. Так приготовься, блядь, мячик прыгнул. Уходим нахуй. Да уж. Блять, он за вами бежит, бегите быстрее. Да схуяли он за нами. А как ты только? Ты увидел? Да я угораю. Пидорас. Пошел ты в очко, бля. Бля, ну тухляк какой-то получается. Ну,
принципе, мы все задания выполнили, осталось тип призрака определить. Да, теперь правильно надо выбрать. И у нас ни хрена не улик, ни фоток. Но тень мы, блядь, долго будем фоткать. А отпечатки есть кинь? Нихуя нет. Так, что низкая температура. Короче, у нас тень, была? Нет. Ни АДС, ни температура, ни отпечатков, ни тетрадка. Диктофон был? Вообще ничего. Да, микрофон был. Но если минуса точно не было? Нет. Чё, можно, в принципе, это... Нет, выходить в голос, обсуждать. Подожди, подожди. Да, давай в голос. Привет. Ну а чё, как вы думаете, кто это? Да не знаю. Вообще не знаю. ЭДС молчал, диктофон был. Отпечатков не было. Диктофон. Давайте ауру почекаем, может аура есть, блядь. Ауры нет, вот нет, это... Нет. А отпечатки, кстати, мы нормально не смотрели. Я смотрел, его не было. Не было, да? Да, потому что фонарик стрел. Похуй, давайте, блядь, сейчас ставим и едем дальше. Тут тухлятина. Думаешь? Да. Ну давай. Чё, тень, да? Да. Ну скорее всего. Что, блядь, не ну появлялось. Диктофон, на диктофон же он отвечал, нахуй. Начни играть, тень. Дай хуй. Подожди, стой, 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 стой. Давай, пофиг. А ты заебал. Я они поставил. Я попробую так вот, короче. Не знаю. Посмотрим, что будет. Это был джин вообще. Пиздец, блядь. Какой-то странный джин, блядь. Люблю я эту игру, бля. Обычно джины агрессивные, блядь. Не, ну если бы мы сейчас, как Олег сказал, поставили диктофон, то там джин показывался. Ну как мы могли догадаться, что это джин? Я не ебу. Так, что нам у нас осталось? Маленький дыр на 11 мест спальня. Профессиональный уровень сложности. Готовы? Погоди. Приметы добавляй. Я добавил все предметы. А что это может мало? Ну купите, у меня денег нет на камер. Меня когда убили, у меня я все потерял, падла. Ну вот все. Ну все, сейчас купим, баб. Ну да. Я готов. Я тоже. Let's go. Че, часто можно и так поиграть? Да нет, так же. Да я иногда просто. Да просто сейчас забываю. Главное не заорать, нахуй, потому что у меня все спят. Mm-hmm. Я говорю, дети спят с женой, главное не заорать сейчас. Ну ты сейчас заорешь, как сучка, прыгни. Не бой, мать. Так. А чё уже на этом показалось, это зелененькое, это чё такое, блядь? А, это чё такое, да? Сфоткать. ЭДС. Ну смотри. Раз ниже нуля, это уже будет нормально. Ну, кстати, он не всегда, по-моему. ЭДС? Не всегда показывает. Смотри. И ЭДС тоже не всегда. Короче, это по ситуации. Так, ну я это говорю... рандом, Олег. Термометр. Это рандом. Если задание есть, не факт, что это работает тут, понимаешь? Термометр. Фонарик надо. Джозеф Робинсон. Окей. Ну все. Отключаюсь. Так, всем. Отвечай всем, короче, окей. Так чё? Да, погнали. В игре говорим. Погнали. Ну чё? Это же карта, что ли? Нет, он другой, одноэтажный. Ключ взяли от дома? Да. Блять, я вообще тихо слышу, так пиздец. Кого, Олега? Да. Почему? Ну потому что ты осел, ёбаный. Может потому что тебя в рот ебут, нахуй.
Я вообще нихера не слышал, почему сказал. Вы на В говорите, на П говорите, я не слышал вас, придурки. Я на Б буду говорить. И Б почему-то не слышишь, нахуй. Я не слышу, а мы не слышим. Hello. Джозеф Робинсон. Джозеф Робинсон, where are you? Сука, я чуть не обосрался, я увидел туда. You friendly? You angry? Что? Не я. Где же телек, не хитрый? Нет. Где же включился, блядь? Иди сюда. Джозеф Робинсон. Телек-то я включен. Ну ты кончный игрок, кто телек включил? Не я, блядь. Да, блядь, тебя тоже не всегда хорошо слышно через эту ебаную рацию. Ну. Пойдемте. Кость нашел. Подвал. Блядь, он прям передо мной появился. На призрак кто, блядь? Ты пиздишь. Нема. Прям над косточкой. У кого ДС? Иди сюда, термометр, всю херню. Да тут блядь. Нету холода. Термометр не показывает ни хера. Фотик, слышите, сфоткайте. Фотика у меня нет. Ключи нашел. Окей, сейчас я камеру все поставлю. Тащите сюда инструментарий, если ты говоришь, что здесь был призрак. У косточки надо проверить. Сейчас еще что-нибудь принесу. Температурой вообще проблема. Либо его надо разозлить, чтобы, блядь, он пониже температуру сделал. Фоточки, ребятки, берите фото, видео, камеры. Возьмите этот, датчики всякие. Нам надо зафиксировать его. Я датчик движения взял. Давайте сюда, там устроено. Че, где поставим датчик движения? Вон сюда. Фотик взяли, сфоткать в кость. Некит взял? Нет, возьмите конченый. Да возьмите фотоаппарат конченый. Сейчас возьму. Некит самый последний ушел и не мог фотик взять. Я хп. Я блин другой взял. Член в руки не считается. Show yourself. Show yourself. Нах ты сучал в руки, блядь. Show, мать его, yourself. Фоткайте косточку, блядь. Иди, человече. Я опять какой-то призрак странный у нас вообще. Чё она не берется, блядь? Отойди. Он возвращает всем, кто пытается с ним связаться. Как этого хуя зовут? Джозеф Робинсон. Джозеф Робинсон, да. Джозеф Робинсон. Джозеф Робертсон. You hear me? Да, вообще. ДС не срабатывает вообще, да? Джозеф Робинсон. I'm scary. I'm so scary. Джозеф Робертсон, I'm scary. Джозеф Робертсон, give me a sign. Типа дверь, да, слышишь? Да, как будто дверь открылась в гараже или где? Да.
Надо пойти почекать, может здесь эти есть, блядь. Отпечаточки. Джозеф Робинсон. Надо почекать. I'm scary. А у нас это датчик звука есть? Должен быть. Ты в фургоне не? В машине. Не, нихуя нет. Опа-на, вот и отпечаток двери. В этой комнате. Отпечатки есть? Где-то нашел. Отпечатки есть, да? Отпечаток есть, иди сюда. Как заходите? Как заходите, да, в дом, налево. Сразу же налево. Hello. You hear me? Turn on the light, please. Или turn off the light. Моргал бы он? Сука, блядь. Ты чё? Блядь. Вы где? Блядь, теперь тут всё перетаскивать, блядь, сука. Да, блядь, я выходил, показалось, так, какое-то привидение. Надо камеры, ребятушки, сюда. Да, ты что, давай такой. Опа, опа! Блядь, свет. Опа! Да. Дверь закрылась, спрячьтесь. Спрячьтесь, ребят. Блядь. Он в комнате. А заходи, он, блядь. В комнате пошел за вами. Он, сука, у нас. Закрой нахуй, блядь. Бегите. Ебать, я чуть не обосрался, нахуй, отвечаю, блядь. Он так резко, блядь, пиздец. Чё там ржёшь, кунь, блядь? Он у нас, блядь. Ну, у меня до сих пор моргает. Да. Так он ходит рядом. Я ж слышу топот. Откроем, сфоткаем его, не? Бля, давай потом. Надо камеру поставить. Все. Ну, все вроде. Все, вы меня слышите, нет? Да. Да. Вы поняли прикол? Когда он находится стал, он перебил наш этот радиосвязь. Мы не могли говорить. Что, серьезно, блядь? Да. Короче, одна камера будет на кухню смотреть, вторая в коридор и третья вот в комнату. Блять! Малинин, открой, открой, блять! Давай! Фу, блять! Сука, я даже с хаты не успел выйти. Пиздец, я нахуй чуть не обоссался, блять. Ничего, ща ему соли насыплю, блядь. Я вроде зафоткал его, кстати. Сейчас в журнале прочекаю. Бля, в натуре ты его как-то сфоткал, но, блядь, на фотке не видно. Но это где тени слева, да, я так понимаю? А хуй его знает, может? Уходи. Вроде все. Прием, Олег Телич, ты жив? Ну а теперь слышу, выходите, у Олег, у тебя вообще нету этого рассудка. Я вышел. Пиздец, нахуй. Ну он, блядь, дерзкий, пиздец. Надо зафиксировать ДС там теперь его. Там есть. Ладно, я хоть сфоткать его успел, блядь. Да надо ту комнату прочекать, которую ты след нашел. Давай, блядь, вроде таблетки сожрал, а рассудок все равно 40%, блядь. А ты точно сожрал? Естественно, точно, блядь. Так, я иду к вам. Ну я постою, посмотрю за этими, за рассудками. Блять, не пугай. Нет, нормально все.
Олег, обернись. Обернись, говорю, ты. Так я обернулся. Привет, дурак, бля. Олег, у тебя АДС есть? АДС я... Я не брал. А чё, у тебя ещё этот термометр? Блять, рассудок не получается. Что дверь открыл? Олежа. По-моему, блядь, снаружи дома. Олежа, посмотри в окошко, ебать. Да, я вижу, где чё. Я тебя хотел... Сука, мразь! Помолимся. Погнали, блядь. 4 балла этого. В этой комнате надо. Ване 3 балла. А хули свечка потухла? Здесь тепло. Тут 19 градусов, блядь. Проверь 16. Толкан. Я может там температура. Блядь. А это я. Толкан проверь, может там температура ниже. Тут 14. 12. В ванной 13. 11. Блять, толкан что ли? Он вот в этой комнате появляется, блядь. У нас камера стоит в этой комнате, нормально все? Да. Надо найти светляк или не светляк, потому что опять у нас какой-то тяжелый. А уровень-то что, профессионал? Тут нет свет? Да. О, кстати, ЭДС делали. Ну что, будем комнату искать ниже нуля, не? Олег. Ее может и не быть комнаты ниже нуля, чувак. Даже если есть задание, ебать? Даже если есть задание, да. Ну это смотри, чтобы, блядь, я считаю, комната ниже нуля, это когда призрак, блядь, появляется. Нет. Он тоже появился в этой комнате, но там не было ниже нуля, понял? Понял. Ну давайте тогда делать, думать будем, кто это за призрак. Или как? Да надо идти, короче, и призывать его. Ну и дальше-то что? Чтобы он нас ёбнул, блядь? Да. И проебать весь лут? Да. Потому что я всю эту, весь дом, блядь, обошел на с этим термометром, нихуя не нашел. Ну значит нету температуры ниже ля. Даже в подвал спустился. Самая низкая температура была в ванне. Вы что, погнали, Лег, в комнату призвать? Да, гоу в этом голос. Пойдем. Алло. Алло. Голос включайте. Так какой, блядь, голос? Ну включай, пусть врубайте голос. Будем этот. Думать. Ой, сука. Че думать-то, блядь, сти, ну по факту что нам? Ну по факту что у нас? СДС пятерка была. Нихуя не. Была? Не было пятерки. Была четверка. Не было. А типа. У нас были только отпечатки. У нас были только отпечатки. А ты в рацию не говорил? Говорил, он не разговаривает. Вот даже сейчас. Короче, по одним отпечаткам даже смотрите, это либо дух, мираж, полтергейст, банши, ревенант. А, мы в тетрадку еще не вложили. Слышь, у тебя... Давай тетрадку, вот я из-за тетрадки сюда только пришел, блядь. Сейчас положу. Hello? Да сука, чё на него не ложится? Варю. Только зашли и тетрадка... Ой, свет замигал. Слышал? Опа, слышал, да, дверь вот соседней? You can speak?
блядь. Энгрин. Блядь, страшно, но? Да, очковенько. Да. Что это за хуйня, кстати? Какая? Какая? Датчик звука. Hello. Hello. Это что, блядь, было? Блядь, блядь. Ты дверь закрылась сама, блядь. Прикинь. Ну. А чё, пацаны? You friendly? Friendly? Сколько баллов? Да 4. И в толкане он показывает. Он, наверное, в толчке сидит. Show yourself, please. Ну, кстати, в комнате 16 градусов. Проверь толчок, мне кажется. Show yourself. А по солью не летает, да? Нет, вообще следов нет. Значит, ты летающий призрак. Значит, летающий. Оп! Прячемся. Блять, быстрее! Да сука, блять, инвалиды, ёбаный! Быстрее, да! Тихо, тихо, выключайте фонари, фонари выключайте! Тихо. Блять, закрой нахуй, я увидел. Призрак я видел? Сейчас такая дверь открывает. Hello, motherfucker, ебать. Ага, три гомика, блять, сидят. Тихо, тихо. Да видно её, не? Да вы так не увидите, надо с этой стороны. Видно что-то? Нихера не видно, блядь. Часто атакует. Короче, слышь, смотри. Я думаю, что видел, короче, следов нету на этом. На соли. Да, и часто атакует вообще в жизни. Кто не оставляет следов на соли, блядь? Где этот? Я не знаю. Летает кто, блядь? Что, все? Гляди. Валим. Быстрее только теперь. Что-то распять. И опять у кого-то, у одного из нас рассудок вообще жестко падает. Да? Ну это публикус. Да. Меня. Так, ну чё? Думайте, короче, я посмотрю за светляком пока. А, ЭДС зарегистрировался всё-таки, слышишь? ЭДС зарегистрировался? Да, почему? Ниже нуля. Нашли. Не ЭДС, а этот термометр, блядь. ЭДС давно уже зареган. Так, значит, что у нас? Банши показывает только, слышишь? У нас есть. При температуре ЭДС отпечаток. Так либо ЭДС мираж, либо банши. 5 баллов же написано. У нас было только 4, ебать. Так что датчик ЭДС уже неправильно. Конечно. Блять, это тяжело. Мираж или банши, короче, показывает. Сейчас подожди, посмотрим. Мираж ли банши? Банши, так. Ну ладно, видишь, она все за мной. Видишь, она все за мной бегает. Я как не захожу, она все, бля, атакует. Я думаю, это банша. Ну, сейчас посмотрим. Это мираж, по-моему. Я думаю, что это банша. Я банша. А мираж, кто у нас, что там? Так. Ты некий заметил? Вы, я пока сидел, она вас вообще нахуй не открывала. Я только зашел, сразу ебать, заморгалась. У нас, сука, диктофон, у нас диктофон не работал, блядь. Ну давайте, короче. Давайте, кто что? Я банчу. Кто его. Что, блядь? Мираж. Я банч тоже выберу. Но это может быть мираж тоже, кстати, на самом деле. Банч. Ну там диктофон, блядь. Но у нас с нами не отвечала почему-то, не разговаривала. Неправильно, никто не выбрал. Welcome back. There's some jobs ready for you. Это вообще дух был, блядь. Блядь, при чем здесь? Ну мы рачило, блядь. Ну мы рачило в натуре. Жестко. Че, еще будем, не? Сейчас, секунду, ребятки. Либо надо закончим на сегодня.
Ну чё, я думаю, я запись на сегодня закончу. Хочешь, заканчивай. Так что, всем спасибо за просмотр, всем пока.